Встаньте рано утром и выпейте примерно 2 стакана теплой воды на пустой желудок. Возможно, вы не сможете выпить сразу 2 стакана в начале. Попробуйте пить медленно. Не ешьте 45 минут после приема воды. Терапия теплой водой разрешит проблемы со здоровьем в разумные сроки, такие как диабет через 30 дней, артериальное давление через 30 дней, проблемы с желудком через 10 дней, все виды рака через 9 месяцев, закупорка вен за 6 месяцев, плохой аппетит через 10 дней, матка и связанные с ней заболевания через 10 дней, проблемы с носом, ухом и горлом через 10 дней, женские проблемы за 15 дней, сердечные заболевания через 30 дней, головная боль, мигрень через 3 дня, холестерин через 4 месяца, эпилепсия и паралич через 9 месяцев, астма через 4 месяца. Холодная же вода – это плохо для вас. Если холодная вода не влияет на вас в раннем возрасте, то это навредит вам в взрослом возрасте. Холодная вода закрывает 4 вены сердца и вызывает сердечный приступ. Холодные напитки являются основной причиной сердечного приступа. Это также создает проблемы в печени. Это задерживает жир в печени. Большинство людей, ожидающих пересадки печени, являются жертвами употребления холодной воды. Холодная вода влияет на внутренние стенки желудка. Также влияет на толстую кишку и приводит к раку. Пожалуйста, не сохраняйте эту информацию только для себя. Поделитесь с друзьями и с близкими.